Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередной солнечный денек. Сегодня кот вообще просто балдеет от солнца. На спину лег, лапы в разные стороны, лежит, кайфует от солнышка. Байкал у нас тоже сегодня на страже порядка. Оббежал всю территорию по периметру. Друзья, мы начинаем новый ролик. Всем приятного просмотра и хорошего настроения. Друзья, сейчас буду раскалывать дрова, как вы советовали в комментариях, в покрышках. Посмотрим, что у нас из этого получится. Ни разу не пробовал вот так колоть дрова в покрышках. Не знаю, насколько это удобно, но писали в комментариях, что попробуй, что якобы это удобнее. Сейчас попробуем. Друзья, могу сказать, что это действительно удобнее. Дрова не разлетаются никуда, все в одной куче. Быстро накалываешь, выкидываешь, снова закладываешь. Единственное, что хочу сказать, покрышка нужна пошире, а то у меня вот такие два ключа только влезают. Но колется на самом деле действительно быстрее. Быстрее и, может, безопасней. Так что спасибо вам за совет. Друзья, сейчас буду разрубать сено топором. Сено закончилось. Рулон раскатим, уберем в сарай. Рулоны лежали на полях всю зиму, поэтому они все замерзшие. И вот этот верхний слой — это корка льда. Следовательно, мне одному его вообще не сдвинуть, не передвинуть. Решил я в этот раз не надрываться. Прям тут его раскатываю и буду перетаскивать в сарай. Топором, конечно, легче это все делать. Кстати, насчет топора писали в комментариях, что надо разрубать топором. Ну а бензопилой еще писали пилить. Ну не, бензопилой я пилить не буду.
Эта цепь затупится сразу. Лучше буду топором рубить. Видите, здесь сено уже хорошее, сухое. То есть верхнюю часть снимаешь, а дальше уже сено нормальное. Потом он полегче, когда станет, я его попробую докатить уже до сарая. А остальные рулоны пускай пока тут стоят. Друзья, захожу я в WhatsApp и вижу вот такую вот фотографию. Жена мне прислала и говорит мне, увидела на Авито вот такую вот полку для цветов и попросила меня, чтобы я ей ее сделал. Я начал уже ее собирать. Начало, так сказать, вы видите на этих кадрах. По этой фотографии постараюсь ее собрать. Так что, друзья, как я закончу собирать эту этажерку, я выпущу ролик, и вы как раз увидите, получилось у меня ее собрать или же нет. Как вы помните, кто видел видео летом, огород, картошку мы сажали вот здесь. Вон наша теплица. Также мы планируем в этом году, возможно, засадить ту часть картошкой. Так вот, навоз вывозится сюда, и как снег растает, нужно будет его раскидать по всему огороду и перепахать. Вот, потому что его уже довольно-таки много накопилось. Нужно убирать. Вот, подъездов сюда никаких нет, поэтому его отсюда убирать придется вручную. Либо на тракторе, но трактор у нас еще не восстановлен. В одном из видео мы с вами отправимся к этой теплице. Нужно будет навести в ней порядок и накидать туда снега внутрь теплицы. Кстати, добраться будет до нее намного проще, потому что сейчас была оттепель. Ну, как бы днем оттепель, а ночью морозы. И получается, снег покрывается такой корочкой. Идешь по насту. Вон Байкал идет и не проваливается. А раньше он проваливался. Байкал, иди сюда. Аккуратнее. Не спеши. Вот, видите, он бежит и почти не проваливается. Так что я спокойно дойду до этой теплицы, не промочив ноги. И мы с вами в каком-нибудь видео наведем там порядок, потому что скоро начинается, как я уже сказал, новый сезон, и нужно будет все сажать и все вовремя подготовить. А там у нас теплица завалена, в теплице стоят деревянные ульи, мы туда складировали сено, ну, не сено, а труха для подстилки поросятам. Нам некуда было ее положить, поэтому мы положили в теплицу. А сейчас, ну, пришло время это все убирать и как бы подготовить теплицу к новому сезону. Так что в одном из видео обязательно этим займемся. Друзья, у нас очередное пополнение в хозяйстве. Еще одна овечка принесла ягненка. Это девочка. Вот, она черненького цвета, вся черная. Вот такая вот овечка маленькая. Опять же, пишите в комментариях,
как можно ее назвать. Это девочка. Я вам ее показываю сейчас вот так буквально на секунду, потому что она хочет к маме, и мама ее очень волнуется. Вот, друзья, вот она уже орет. Вот такая вот у нас черненькая. Может ее назвать черненькая? Не знаю. Пишите ваши версии в комментариях, как ее назвать. Хорошенькая, маленькая. Друзья, на этом я заканчиваю наш сегодняшний ролик. Огромное спасибо вам за просмотр, за то, что поставили лайк, написали комментарий. Увидимся с вами завтра в новом ролике. Всем пока!